Глубокоуважаемые участники конференции, глубокоуважаемые коллеги, позвольте поприветствовать вас на научной практической школе «Мультидисциплинарный подход в лечении рака легкого». Это наша традиционная школа, организуемая СПОТом, наука и практика в обучении онкологии. И сегодня именно та самая ситуация, когда на небосклоне лечение диагностики рака легкого соберутся звезды и будущие звездочки. Никита Генч, вам слово. Уважаемые коллеги, доброе утро. Спасибо, что нашли время посетить данную научно-практическую школу. Как будет строиться наша программа? На самом деле, все равно, как будто вы открываете учебник, начинается все со стадирования, с классификации, с основ диагностики и также лечения. Сегодня мы разберем по большей части химиотерапию и лучевую терапию, а завтрашний день будет отдан под хирургическую часть. Так что надеемся, что у нас все получится, и это будет действительно интересно. Спасибо. Дорогие коллеги, доброе утро. Очень радостно всех вас видеть. Ну, обстановка у нас, кто, может быть, был на прошлом мероприятии или смотрел, хотя бы крайне дружественная, по максимуму непринужденная. Мы приветствуем всячески любые вопросы, дискуссии. Два дня у нас запланированы очень насыщенные, как сказал Никита Евгеньевич, но я надеюсь, что вам всем будет интересно. Не забывайте, что у нас присутствует небольшой соревновательный компонент, что программный комитет по итогу ваших выступлений, того, как вы будете участвовать в дискуссиях и задавать вопросы, мы выберем одного наиболее яркого участника, которому будет предоставлена возможность двухнедельной стажировки в нашем центре под руководством одного из ведущих специалистов в той области, которая вам будет интересна, которую вы представляете. Поэтому я желаю вам насыщенной и интересной работы. Я также хочу вас поприветствовать. Это радостно, действительно, что эта тема собрала столько здесь заинтересованных людей. И действительно, по результатам нашей двухдневной работы кому-то будет предоставлена возможность стажировки в нашем центре. Предыдущий победитель первого нашего мероприятия был патологом, он прошел стажировку на нашем отделении, на патологоанатомическом, и это, в общем, большой опыт для нас, в том числе, и для нее, и она сейчас работает над обзорной статьей, кстати, посвященной образованию легких. Поэтому я желаю вам удачи, и давайте начнем работу.